живая. Вернее, начала сверкать она. Когда? Ну, часов 6 вечера. 18:00, наверное, так где-то начало 19 часов. Вот. Мы вызвали электрика. Там сверка, шел дым. Мы вызвали электрика ЖЭКа. Электрик пришел. Мы не видели, что он там делал. Потом он вышел, взял, отломал ветку с дерева и пошел ремонтировать. И все. И потом начался дым. Как шум, петарды стреляли. Да, стрелять. Мы в квартирах все перекрывались. Все, да, все потухло. И вот результат. Вызвали это, пожарных. Вообще там у нас здесь развелись крысы столько, что... Ну, он сказал, что там, что этот электрик сказал, что там вроде крыса в этой щитовой была. Я, например, такие. Подумала, что газ взорвался. Вот такой, а я вот думала, вообще как сверкало. Прям сверкало, било, дым, ужас. Шум, гам. Спросили по сварке, не сварке, такое. Раз 30, как вот мощные петарды. Не петарда, а мощные, как взрывы, как будто у подъезда что-то взрывается. Ну, электрик сказал, что там залезла крыса. И она как бы в этот щитовую, и там она что-то грызла, эти провода. И он хотел ее там или выгнать, или не знаю, что он хотел. И вот результат получился вот такой. Не отключил ни рубильник, ничего. Полез туда веткой дерева. Ну, что это такое? Чтобы только его не убило, а что потом кончится, чем ему. Спросили, когда свет будет, сказал, к Новому году сделаю. Сколько в ЖЭК не говоришь, крысы бегают по подъезду, все это крысы у нас вообще тут стало. По поводу того, чтобы пускай не поснимают, пока им же не надо торопиться, пускай. Как раз полца лишних уйдет. Пускай. Да, ну вы умные. Ой, а вы вообще молчите. Да. Надо было выключить рубильник, а потом уже что-то делать. Так, уже не нормальные будете, пирожки варить. Вы зарплату получаете на своем рабочем месте, как приходят, так то 20 дай заплати за что-то, то 30 дай. А вы клапана пробовали, так и раз закрывать. Где у вас самый...